На конкурс дети читают стихи Горланкина Ирина, 12 лет. Николай Алексеевич Некрасов. Отрывок из стихотворения «Арина, мать солдатская». День-деньской, моя печальница, в ночь ночная богомолица, векова моя суходница из народной песни. Чуть живые в ночь осеннюю мы с охоты возвращаемся. До ночлега прошлогоднего, слава Богу, добираемся. Вот и мы, здорово старая, что насупилась ты, кумушка? Не о смерти ли задумалась? Брось, пустая эта думушка. Посетила ли кручинушка, молви, может, ты размыкай? И поведала Аринушка мне печаль свою великую. 8 лет сынка не видела, жив ли, нет, не откликается. Уж и свидеться не чаяла, вдруг сыночек возвращается. Вышла молодца в бессрочное, истопила жарко банюшку. Напекла блинов Аринушка, не насмотрится на Ванюшку. Да недолги были радости. Воротился сын больнёхонек, ночью кашель бьет солдатика, белый плат в крови мокрёхонек. Говорит, поправлюсь, матушка. Да ошибся, не поправился. 9 дней хворал Иванушка, на 10-й день приставился, замолчал, не прибавила ни словечко бесталанное. Да с чего же привязалась к парню хворость окаянная? Хилый, что ли, был с рождения, встрепенулся Аринушка. Богатырского сложения, здоровенный был детинушка. Подивился сам из Питера генерал-напарня этого, как в рекрутское присутствие привели его раздетого. На избенку эту бревнышки он один таскал сосновы. И велись у Иванушки русы кудри, как шелков. И опять молчит несчастно. Не молчи, развей кручинушку, что сгубила сына милого. Чай спросила ты детинушку? Не любил сударь рассказывать он про жизнь свою военную. Грех мирянам-то показывать, душу Богу обреченную. Говорить, гневить Всевышнего, окаянных бесов радовать, чтоб не молвить слова лишнего, на врагов не подосадовать. Немота перед кончиной подобать христианину. Знает Бог, какие тягости сокрушили силу Ванину.